Два последних месяца в году эксперты считают особенно аварийными, но, несмотря на череду жутких ДТП в Челябинске, отмечают, жертв стало меньше. Это подтверждает и статистика ГИБДД. В этом году в авариях на дорогах области погибло 320 человек. Это на 200 человек меньше по сравнению с прошлым годом. Действительно, меньше погибает. В прошлом году, по сравнению с 2014, на дорогах России погибло в общей сложности на 4 с лишним тысячи людей меньше. И такого сдвига не было вообще за последние 25 лет. Но власти, хочешь не хочешь, с большей или меньшей степенью успеха продвигаются в эту самую положительную сторону. Но эксперты с окончательными выводами не торопятся. Ведь, как показывает практика, последние два месяца года самые аварийные. К тому же Челябинская область продолжает оставаться одной из самых высокоаварийных по стране. Южный Урал находится на 49-м месте из 53 российских регионов с населением более 1 миллиона человек, где чаще всего происходят аварии с летальным исходом.